Всем привет! Вы на канале Велотрендообзор и с вами Семен Трухин. Сегодня познакомимся с моделью багажника от компании Topic, модели Uni Explorer Disc. Давайте начнем с того, для каких моделей велосипедов подойдет данная модель багажника. И спектр этих велосипедов на самом деле достаточно обширный, потому что багажник подойдет на велосипеды с колесами от 24 дюймов до 29 дюймов. И также этот багажник подходит на велосипеды с дисковыми тормозами, потому что здесь специально для этого такая вот расширенная конфигурация с вынесенной боковой частью в стороны. Если говорить о материалах, из которых изготовлена данная модель багажника, то здесь все выполнено из алюминия, а регулируется под разный размер колес данный багажник за счет того, что вот эти вот упоры здесь выдвижные и двумя болтами они фиксируются в нужном положении. Еще одним важным моментом при выборе багажника является то, какую нагрузку он способен выдерживать. В данном случае производитель заявляет, что багажник сможет выдержать 26 килограммов, поэтому его, в общем-то, можно использовать и для туристической деятельности. И данный багажник можно достаточно хорошо использовать, в том числе с велорюкзаком, потому что здесь хорошие боковые упоры. Говоря о багажниках компании Topic, нельзя не упомянуть их фирменную вот эту вот направляющую, которая называется MTX. И под этот специальный крепеж существуют и специальные аксессуары в виде различных сумок, корзинок и многого другого. Аксессуар просто защелкивается по данной рельсе в багажник, жестко фиксируется, и вы всегда можете без труда его быстро снять. Но на этом история с интеграцией фирменных аксессуаров компании Topic не заканчивается. И на этот багажник также вы можете установить и фирменные фонари компании Topic, ну, разумеется, для того, чтобы обозначить себя дополнительно в пространстве, если эксплуатируете велосипед в темное время суток. Также есть все необходимое для его установки в виде болтиков и двух дополнительных направляющих, чтобы закрепить багажник за верхние перья. В завершение хотелось бы еще добавить несколько слов о самом производителе компании Topic. Это американский производитель велоаксессуаров, который может похвастаться выдающейся и очень обширной линейкой аксессуаров для велосипедов. Также продукция этой компании всегда имеет высочайшее качество. И именно поэтому данный бренд прекрасно зарекомендовал себя у огромного количества велосипедистов. Ну а если вы хотите еще более подробно познакомиться с данной моделью багажника, может быть, примерить на свой велосипед, то приходите в любой из магазинов «Велострана», где вы также сможете всегда получить грамотную и профессиональную консультацию от наших специалистов.